Мастер Эстрессе, итальянский художник сиенской школы. Работал предположительно около 1215 и после 1250 годов. Мастером Эстрессе известный специалист по средневековой живописи Эдвард Гаррисон в 1949 году окрестил автора фрагмента алтаря с изображением Мадонны с младенцем из церкви Санта-Мария от Расса, недалеко от Сиены. Предполагается, что живописец работал в Сиене и ее окрестностях во второй четверти XIII века. Гаррисон объединил под его именем ряд живописных работ, исполненных в романо-византийской традиции в первой половине XIII века. Его авторству ученый приписал несколько произведений, исполненных в 1215-1240 годах. Досаль номер 1 из Сиенской пинакотеки с изображением Христа Пантократора, символов 4 евангелистов и 6 сюжетов из истории истинного креста. С левой стороны 3 истории на тему триумф креста, с правой 3 истории из жития святой Елены. По поводу досали. Досаль в католических храмах – часть алтаря, находящаяся позади престола. Исторически закрепившийся термин западноевропейской католической иконографии. Вначале просто ткань, покрывающая церковный престол, в отличие от позднейших испанских ретабло, может представлять собой просто стенку, либо тканую завесу, противопоставляемую антипендиуму или фронтале, оформляющую переднюю стенку престола, менса. Это было отступление по поводу досали. На нижнем клейме справа, по всей вероятности, изображена сцена казни святых Сальваторе и Александра. В честь них был построен храм, для которого был создан этот алтарный образ. На иконе стоит дата – 1215 год. Это самое древнее датированное произведение Сиенской школы живописи. Образ происходит из храма Санти Сальваторе и Александро в Фандеболо де Лабардия Берарденга в окрестностях Сиены. Он был подарен кардиналом Антоном Феличи Цонтадари, архиепископом Сиены. Мадонна с младенцем и двумя ангелами, известная как Мадонна с большими глазами из музея Сиенского собора, сыгравшая, по мнению сиенцев, важную роль в битве при Монтаперти 4 сентября 1260 года. Две сцены из жития Иоанна Крестителя, местонахождение которых ныне неизвестно. Ранее они, вероятно, были частями одного алтарного образа. Досаль с изображением шести сцен из жития Богоматери и истории истинного креста. Местонахождение сегодня неизвестно, вероятно, алтарный образ. Позднее был распилен и распродан по частям, так как одна из шести сцен император Ираклий отрубает голову царю Хосрову оказалась в коллекции Солини, Сиена, и была показана на выставке в 2017 году. Мадонна с младенцем, двумя ангелами и шестью евангельскими историями.
Сиена, музей округа. Происходит от приходской церкви Санта-Мария-Атраса, недалеко от Сиены. Обрезана по краям и имеет значительные утраты красочного слоя. Мадонна с младенцем из коллекции Киджи Сарачини в Сиене. Ему также приписывают расписной крест из Сиенской пинакотеки, который рассматривается как самое раннее произведение мастера. Однако эта атрибуция вызывает сомнения у таких серьезных ученых, как Торитти, Белоззи и Анджелини, которые автором креста считают другого анонимного мастера Сан-Пьетро из Велори. Самым ранним произведением мастера Эстресса считают «Досаль номер один», в котором видна связь с коптской и христианской живописью той эпохи. Самым поздним – «Мадонну с младенцем» из коллекции Киджи Сарачини, в которой ощущается влияние Лукано пизанской живописи первой половины XIII века. Таким образом, предполагается, что эволюция живописца развивалась от копирования византийских и коптских образцов к более самостоятельной итальянской манере, находившейся в круге идей, циркулировавших в тосканской живописи второй четверти XIII века. Мадонна с младенцем и двумя ангелами, или как ее еще называют, Мадонна с большими глазами, является ценным артефактом не столько даже с художественной точки зрения, хотя это достаточный редкий пример сиенской живописи середины XIII века, сколько скульптурно-исторической. Перед важным сражением 4 сентября 1260 года, в битве при Пантаперти, глава городского правительства Сиены Бонавида Лукари
перед толпой горожан, собравшихся на площади у собора, заявил, что божественные силы помогают сиенцам, а Пресвятую Деву назвал покровительницей сиенской коммуны. В той битве сиенские гибеллены одержали верх над превосходящей армией флорентийских гвельфов. Это событие предопределило процветание Сиены на долгие годы. А икона с изображением Токсина, поспособствовавшей этому, Мадонны с большими глазами, заняла постоянное место в алтаре собора. После этого события в Сиене возник настоящий культ Мадонны и большая индустрия по производству ее изображений, который достиг своей кульминации в огромной торжественной «Маэста Дуччо».